меня не любит. Никто меня не ждет. Что случилось, а? Че развылся? Шерлок? Никто не любит бать меня. Вообще все от меня отказались. Я никому не нужен. Я самый ненужный щенок на свете, батя, понял? Ты что за приступ очередной? Ну-ка давай, рассказывай, а? Меня эта Шарлотта бросила. Она сказала, зачем ей такой жених? Бать, а разве я плохой жених? Я же хороший, что я, бать, делаю не так, а? И сказала ей больше не звонить. О, ничего себе. Рассказывай, что ты мог натворить уже, а? И когда это все произошло? Ну что, бать, я мог сделать? Ну ничего я не делал. По ее просьбе кошек чужих не гонял. Это, к другим кролям не клеился. А она меня взяла и это, опрокинула. Обидно. Сегодня звонила после выходных, да, Шерлок? Ну, я надеюсь, ты подарок на 14 февраля подарил Шарлотте? А что 14 февраля, бать? У нее нет никакого день рождения, чтобы дарить на 14 февраля. И у меня вроде не в феврале, а в августе. Короче, не любит она меня. Ты ей ничего не подарил на 14 февраля? Ну что ты заладил 14 февраля 14? Ну не дарил я на 14 февраля, зачем? Короче, ты лошара самый настоящий, понял меня? Спи теперь. Бать, подожди, что-то я не понял, что-то я лошара. Я что-то пропустил? Ты день всех влюбленных пропустил и не поздравил Шарлотту. И у меня даже ни одной мысли в голову не лезет, что с тобой вообще можно делать. А чё? Вчера был день всех влюблённых? Да. Так у меня попандос же пандос, батя. Хуже. Вот она звонит! Не, батя, Шарик звонит. Даже разговаривать с ним не хочу. Наверняка поздравил бабулек своих и девчонок. Ну а вот Шарик молодец. А ты лох, огурец. Ха. Я теперь буду тебя называть так. Эй, слышь, ты лошара. Ха. Ой, ну бать, ну не надо, обидно все-таки, а. Слышь, а как можно исправить эту ситуацию? Шерлок, как лошарить, так Шерлок первый, да? А как исправлять, так бать. Че? Цветы нужны, Шерлок? Цветы? Куда сорвался? Бать, нет здесь нигде цветов, я пол двора перерыл, не шел. Рою, как дурак, ищу эти цветы, но их нигде, бать, нету, ни здесь, ни там. Цветы, правильно, где там цветы найдешь, ты, ё-моё, собака ты. Блин, ну вот где же искать цветы, бать, короче, помощь нужна. Ё-моё, уже сейчас... О, иди сюда, иди. О, ну наконец-то, ну что, нашел цветы? Я тебе по этой проблеме и звал это. Бать, я все брыл, нету у нас цветов, нету. О, бать, колбаски, да, я так грыл, что так проголодался. Так точно, я ж тебе и взял ее, на. Бать, все, с цветами полный облом, не подойдет. Надо какой-то другой подарок думать. Ой, ладно, подожди, дай дожую. Сейчас с цветами вопрос решим. А вот с твоим извинением сам текст думай. Здрасте. Так, нам букетик роз небольшой. Желательно что-то оформить, так, в форме сердца. Да. Ничего страшного, что прошел. У кого-то еще не было. Батя, кто будет рыть цветы в форме сердца? Ох, интересно. Это какие-то специалисты, чтобы под снегом эти цветы нарыть. Вот, чем скорее, тем лучше. Ждем. Спасибо. Ты... Их никто рыть не будет. Их в специальных теплицах выращивают. Сейчас сказали, минут 15 и доставят. Понятно. А текст? Бать, а какой текст думать, а? Бать, а если я скажу от сердца и почек, дарю вам цветочек, прокатит? Вчера бы прокатило.
А сегодня нет. Короче, блин, не прокатит, да? Эх, так. Извиняться надо, извиняться. Ой. А как быть правильно извиняться, а? Ну, так, чтобы тебя простили. Ой, помог, аж слова нету, чтобы извинили. Короче, я придумал. Все, батя придумал! Сам не люблю извиняться никогда, ну, иногда приходится. Вот придумал и... Ну, скажи-ка, подожди, давай еще посмотрим, что ты придумал. Лучшее извинение — это 1000 баксов. Одолжишь? Придумал. Чтоб мне вместо извинений каждый раз 1000 баксов давали, Шерлок, я бы это... Ты че, от миллиардера был? Во-во, о том же. Или это, чтоб ты так извинялся, ты будешь бомжом был. Короче, если ты ничего придумать не можешь, что Шарлотта любит, а? Шарлотта, что Шарлотта любит? О, бать, она зайцев любит, это, гонять в лесу. Это она очень любит, это я точно знаю. Это мы с ней хорошо этим летом делали. Зайцев, говоришь, да? Подожди. Последний вызов. Девушка, а у вас это вот только что букет заказывали, да, там в форме сердца. Зайцы какие-нибудь есть? Да любые, не живые. Есть, да? Вот, к букету нам еще добавьте, ага. Короче, где ты там? Тут я, батя. Я еще зайца заказал. Ничего себе, они еще зайцев в лесу ловить умеют. Вот это, батя, у тебя эти контакты. Вот это у тебя знакомство. Зайцев они ловить не умеют. А заяц будет плюшевый, не настоящий. И там будет записка с твоими, вот с твоими вот такими лошарскими извинениями. Понял? Понял, понял. А я, так и быть, позвоню Шарлотте и сам ее к нам приглашу. Понял? Да понял, понял. Давай, звони скорее. Ах, заяц. Еще все цветы этому, блин, на ухому привезли. Блин. Ладно, надо, чтобы он быстрее Шарлотте давил. А то Оксана увидит и мне еще предъявит. Чуть я ей такие не подарил. Ой, что, бать, привезли. Ух ты, какой красивый подарок. Батечка, давай звони Шарлотте скорее. Уже подарок дарить надо. Чтобы она меня быстрее простила. Это Шерлок, я здесь. Шарлотта пришла. Шарлотточка, я здесь, миленькая. У меня подарок для тебя есть, для красавицы, для такой. Короче, Шарлотт, от сердца и почек дарю тебе цветочек. И зайца твоего любимого дарю. Прости меня, пожалуйста, этого, батюшка, лоха последнего. Ой, Шерлок, это все для меня. Ой, как приятно. А то я думала, ты совсем про меня забыл. На такой праздник и ничего не подарил. Ты мне правда прощаешь? Ну, конечно, прощаю. Как можно за такие цветы и красивого зайчика не простить? Ладно, не переживай, будем с тобой дружить дальше. Жил, Нючуха, простила, а? А, Боня, бать прокатила, бать прокатила, простила на меня. Ну, отлично, все. Ребята, кто Шерлока поддерживал, тоже обязательно лайк поставьте ему. Да, ну все, там, ладно, разговаривайте, все, пока.